Средняя заработная плата в Молдове составляет 8 тысяч леев. Подсчет произвело Национальное бюро статистики. Однако такая сумма получилась за счет пропасти между большинством со скромным заработком и меньшинством с куда более крупными окладами. По официальным данным, каждый второй гражданин получает зарплату, не превышающую 6 тысяч леев. А более 10 тысяч в месяц зарабатывают только 20% молдаван. Ниже всего оклады в сфере предоставления административных услуг и сервисов поддержки. У 40% работников он меньше 4000 леев. Похожая ситуация в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве. На другом конце находятся трудоустроенные в сфере информационных технологий, где почти 2/3 сотрудников зарабатывают свыше 10 тысяч леев в месяц. Примерно так же зарабатывает каждый второй в финансах и страховании, а также каждый третий в госуправлении и обороне.